Поезд номер 529. Сообщение из вагона Синьки Рупа будет приниматься на 5-й путь в платформе номер 3. Номерация вагонов хвоста поезда. Пассажиры, оставившие телефон, будьте досмотром, обратитесь в пункт досмотра. Прибыл поезд Кисловодск-Симферополь. И посмотрите, вся эта толпа, которая стояла на третьей платформе, сейчас ломанулась на посадку. Мы видим, что многие садятся в плацкартные вагоны, но я думаю, что и на купейные тоже пассажиры найдутся. Примерно за 2 часа до отправления этого поезда из Краснодара оставалось всего 5 мест до Симферополя. Вот так ажиотаж. Однако на обратный путь мест пока что более чем достаточно, но я думаю, что это вопрос времени. Пройдет неделька-другая, и все первая партия отдыхающих поедет обратно в Краснодар. А там, кстати, еще парочка поездов с Москвы на Севастополь и Евпаторию через наш город намечается. А вот купе с красивой такой отделкой под Аммендорф. Правда, вагончик, по-моему, современный. Мы дошли с вами до купейных вагонов, и, как я и предполагал, народ здесь намного меньше, чем в плацкартные. Но цены на купейные, конечно, мягко говоря, кусаются. Чуть ли не в два раза выше плацкартных, это перебор. Зато на плацкарт ниже, чем на поезда ФПК, как мне показалось. Итак, подошли мы почти к голове поезда. Здесь у нас 14-й купейный и 15-й плацкартный. Вагона в голове красуется пока еще синенький электровоз ЭП-1М,
663. Стоянка поезда номер 525 всего лишь 10 минут. И вот представьте, как за эти 10 минут в 15-вагонный состав должно влезть чуть ли не пол Краснодара.